Здравствуйте! В рамках этого видео я хотела бы коротко рассказать вам о новой программе получения вида на жительство в Италии, которая называется «Виза инвестора». Целью этой программы является привлечение иностранных инвесторов в экономику Италии. Со своей стороны итальянское правительство предлагает возможность оформления вида на жительство в Италии сроком сразу на 2 года, с возможностью последующего продления на 3 года в льготном порядке. Что же представляет собой программа? Давайте разберемся. Прежде всего, в рамках программы у инвестора возникает обязательство осуществить инвестиции в экономику Италии. Таких инвестиций возможно 3 варианта. Первое – это возможность покупки государственных облигаций на сумму 2 миллиона евро. Следующий вид инвестиций – это капиталовложение в итальянское юридическое лицо не менее чем на 1 миллион евро. Или возможен вариант вложения на сумму 500 тысяч евро, если речь идет об инновационном стартапе. И третий вариант для инвестиций, который предусмотрен законом, это благотворительный взнос в социально важные проекты. Какова же последовательность оформления вида на жительство в Италии? Первый и самый важный шаг – это согласование инвестиционного проекта со специальным комитетом. Согласование происходит в режиме онлайн, никуда не нужно ехать. Необходимо предоставить определенный пакет документов, бизнес-план, исходя из которого будет понятно, какую инвестицию вы предполагаете осуществить. После этого комитет в течение 30 дней дает вам ответ, после которого вы можете продолжить получение вида на жительство, так называемый «нулла оста». После получения «нулла оста» следующим шагом является получение визы типа D, визы инвестора, сроком сразу на 2 года, в консульстве Италии в России. По этой визе инвестора вы приезжаете в Италию и в течение 8 дней подаете заявку на получение вида на жительство. Хотела бы обратить ваше внимание, что эта процедура также осуществляется в льготном порядке, не по тем стандартным правилам, которые предусмотрены для обычного оформления вида на жительство. Очень важно, что с момента вашего прибытия в Италию в срок 3 месяца у вас возникает обязанность осуществить те инвестиции, которые были согласованы вами с комитетом в ходе предварительного одобрения проекта. По итогам проведенных инвестиций необходимо предоставить соответствующее подтверждение в комитет, который, соответственно, выдает положительное решение о вашем участии в программе «Виза инвестора» и подтверждает ваш вид на жительство на 2 года. Программа, повторюсь, новая, она достаточно сложная в своей реализации. Поэтому тем из вас, кому она могла бы быть интересна, я приглашаю обратиться к нам за индивидуальной консультацией. Конечно, в рамках такого короткого видео я не могу предоставить вам более детальную информацию. Поэтому буду рада ответить на ваши вопросы, если вы с нами свяжетесь. Спасибо.